Руководство НПК давно пора в отставку. Об этом заявил сегодня министр юстиции Павел Петренко. По его словам, я процитирую, те люди, которые возглавляют НПК, сейчас несут персональную ответственность за то, что мы не имеем полноценной системы проверок деклараций. Руководитель Минюста также анонсировал служебное расследование в отношении руководства НПК. Петренко, напомню, неоднократно обвинял Корчак в непрофессионализме. Оба они считаются креатурами Народного фронта, в рядах которого, я напомню, такие одиозные личности, как сбитый премьер Арсений Яценюк, нардеп Сергей Пашинский и глава МВД Арсен Аваков, которого называют в числе организаторов поджога нашей студии в сентябре прошлого года. Тем временем Национальный антикоррупционный портал опубликовал материал о громких коррупционных скандалах, связанных с именем министра юстиции. Так, в конце 2015 года, во время захвата Житомирской кондитерской фабрики, за которым, по данным СМИ, стоял еще один коллега Петренко по фракции, нардеп Сергей Пашинский, Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекла внимание журналистов портала «Декларация чиновника». В мае этого года Петренко указал в документе почти $500 000 наличными и свыше $1 000 000 на депозите в Ощадбанке.